Полное описание и точная дата выхода 9 и 10 серии нового российского сериала «Потерянные». 9 и 10 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 2 марта. 9 серия. Зорин и отряд «Феникс» ведут поиски Николая Гаврилова. Он перестал отвечать на звонки единственной дочери Людмилы после того, как продал квартиру. Под подозрение попадают риэлторы, ранее судимые братья Ковригины. Но все документы оказываются в порядке, а лечащий врач Гаврилова утверждает, что отцу Людмилы оставалось жить считанные месяцы. 10 серия. Документы пропавшего неожиданно всплывают в самом дешевом приюте. Но вместо Гаврилова, по его документам, в приюте живет бомж. Поисковики обходят места, где обитают бомжи. И те рассказывают, что в последнее время таинственная скорая помощь забирает самых крепких мужчин и увозит в неизвестном направлении. Паша решает стать бомжом-наживкой. Напомним, 9 и 10 серии сериала выйдут на телеканале НТВ 2 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.